Коррупционные богатства украинских политиков должны быть конфискованы. Об этом заявил народный депутат Сергей Каплин. Он подал в парламент проект закона о проверке законности обогащения слуг народа, нардепов всех созывов, действующих министров, судей и прокуроров. Однако в Верховной Раде регистрировать документ отказались, утверждает лидер социал-демократической партии. По его словам, добиваться расследования теперь придется через суд. В то время, когда в стране невероятный дефицит пенсионного фонда, нет денег на дороги, нет денег на больницы, на школы. Некоторые политики позволяют себе жировать и живут на широкую ногу. У народа возникает вопрос, откуда деньги и происхождение абсолютно коррупционное. Мы сделали попытку зарегистрировать проект постановления о проверке источников дохода политиков. Но однако Порубий дал нам официальный ответ, что он не собирается регистрировать соответствующий законопроект, таким образом покрывая членов своей неформальной новой голубой коалиции. Ляшка, Авакова и Яценюка. Мы пойдем в суд.